Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 сентября. Память преподобного Петра в Атрое. Этот преподобный от самой утробы матерней был освящен Богом. Всю свою жизнь он провел в посте и непрестанной молитве. Совершил много чудес. Между прочим, прошел через реку Галис, как бы по суху. Он так удручил свое тело железными веригами, что казался скорее тенью, чем человеком. Угодив Богу, он спустя довольное время в мире скончался. Преподобный Петр подвязался при патриархе Константинопольском Царасии 784-806 год и при византийском императоре Никифоре 802-811 годы. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.